там жижа, снег. Ну и как раз проверим. Там, скорее всего, все будет достаточно. А тут вообще какой домкрат нужно тут поднять? Вот такой вот? Да, обычный как бы автомобильный домкрат. Машина где-то весит около там 2,5 тонн где-то. Вот, поэтому. Там еще десяток дощечек нужно? Ну, в полосоте лучше, да, с запасом. А здесь сколько атмосферы, сколько на той, на тех шинах атмосфер? В этой резине как бы где-то 1,5 атмосферы. Вот, а в той от 0,1 до 0,5. Видим, у меня есть блок. В зависимости от грунта, который под колесами. То есть один человек может без проблем поменять колесо? Да? Я сам снимаю, у ребята у меня там вот человек. Вопрос, 8. Как его перевозить 8 за пасму, снимаю. Да, или две? Ну, мы особо не углубляем нашего монтажа. Ну, иногда есть там точки такие, как что-то. Так, в основном, для массовости. Кусочки там по 5, по 10. А если прокулится колесо, что делать? Да, ну, у меня вот определенные стратегии есть. Если это интересно, это такая же резина, как обычная. Либо там заклеивать, камерная резина. Молодцы. Давно надо. Ты не снял, как колесо? Нет, конечно. Хорошо. Еще три. Поэтому. Я просто тоже 3 года назад. Много ли лично? Много ли этим занимались? Мы только сейчас пробовали. 2 года назад задумали так, чтобы взять и по большому счету все в тени находятся. Понимаешь, их никто не видит, никто не снимает. Но на самом деле они герои. Так, они делают вещи, которые вот, так, вот то, что еще... сейчас живут, а это вещи, знаете, которые настолько эксклюзивны и неповторимы в своем смысле, для своего смысла вообще, для, имеется в виду по смыслу своему, по своему содержанию, что аналогов у них нет. Не, я просто плачу. Почему я вот этого человека порекомендовал, просто, знаете? Потому что он практически поделать. Для всех заводов Российской Федерации разрабатывает конструкции. Вот для заводов, которые выпускают такую технику. Все, я так, представляешь? Вот этот товарищ. 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 Слушай, а завтрашний адрес какой? Видите, точный адрес завтрашний? Ты его стреляй, Дима. Есть, я сегодня на электронную почту скину точное местоположение. Конечно. А ты у меня есть почта? Что, здесь дом поехал, я в леске живу. Зовем помощника. Не улыбается. Может, там какой-нибудь хотел? Да, я тебе сейчас покажу. У тебя компьютер есть? Компьютер здесь есть с интернетом? Да. Просто здесь я специально свое местоположение не я его заблокировал. Обычно он на каждый, знаешь, спрашивает, а где ты находишься? Угу. Там, а где? Ну это лучше не делать со смартфона. Скажите, вообще там тут болты обычные как на машине, да? Да, здесь все. Болты стандартные. Не вопрос. Я же тебе говорю, я говорю, а вот мы плод уже 2 года занимаемся. Я тебе говорю, вот грубо говоря, если мы будем здесь. Если мы будем вот здесь, то мы сейчас вот здесь. Вот я тебе потом покажу. Видишь? Ну это лучше сам понимаешь. Я-то свой себя точно не кручу практически. Ну если будем дружить, я тебе помогу. Так он и стоит. Зря. Не видишь, что делать. Я его не... Я свои ресурсы специально не кручу. Я просто знаю, кому они нужны и где выкладывать. Так называемые... Когда ты вот грубо говоря, задеваешься на электриалы, хотел бы видеоролик мой сказать. А под видеороликами ссылка тут, ссылка там. Квозняк. Коридор. Через то, что первый выскакивает, добавим к себе. Или кто-нибудь другого. В принципе, для меня это делается одним кликом, мне это не трудно сделать. Но
Друзья, у нас что? У нас точно березка не присолит в бусте. Они тут что-то большие, да? А? Не больше по размеру? Не, ну там 400 колесов, нормально. Они еще больше есть. Сколько по времени вообще вот 4 колеса? Сколько по времени? Ну, если имеется специнструмент и помощники, то минут, наверное, 20. Все 4? А так часто за сезон приходится менять колеса? По мере сезона, так, да. То есть, лето, осень. Зима. Ну, понимаешь, мне так просто. Да, будет нормально. Нарежу. Подрастет. Мосты не задеваете? Да нет, не очень. Ну, 3 метра максимум. Да. Надо было приходить наверное, по-другому где-то. Мне завтра понятно, я завтра приду нормально, я буду сегодня. Просто вчера мне было жарко. Я вчера вот был одет, так я был, мне было жарко, я потел. Тогда по мне человек это хуже, чем если. А как вообще шиномонтаж? Монтировку. Монтировку на этих колесах не делают, потому что скорости, во-первых, не те. Не требуется монтировка. Вот. А шиномонтаж делать элементарно, колесо освещено под блоком, так называемым прижимным кольцом. Вот. Оно откручивается и просто. Есть. Группа живая, она. А? Группа дышит. Группа. Дышит. Круглосуточно. 2 часа ночи, час ночи. Я понял. В любое время. Пока это, там разводно было, потому что мост отъел. Пока не заходили, человек уже один мост собрал. У него только один остался. Не будет видно болтов. Нет, вот это движение, что человек подходит с этой селектором. Кадр не застреливает. Победу. Вы же сейчас не снимаете ведь сейчас? А? Сейчас же не снимаете? Что с ним? Он конусам не заходит. Ну сейчас попасть надо, там же центровка по конусам. Не, надо повыше его поднять. Она под массой проваливается туда. Надо разруливать, чтобы у нас там удобки лежал, это разбудно бегать. С утра. Все, вот это. Не щелки. Не. Да не продюсер, пусть они не занимают вот это. Кино снимаю, я же тебе говорил.
Сейчас будет ставить. Вот сейчас, да. Не займешь? Давай. Так, не опускайте, пока не отвозите. Сейчас мы камеру туда поставим. А что, сейчас второй? Сейчас нет, сейчас пока нет.